В Муравленко с рабочим визитом приехал врач-вертебролог, основатель Международного оздоровительного центра Олег Шацкий. Доктор рассказал о пользе экзомассажа. Оздоровительные центры Олега Шацкого. Используем уникальную технологию с 27-летним стажем клинических испытаний. Оздоровление организма волнами низкой частоты. Это пассивная тренировка на тренажере Шацкого. Экзомассаж позволяет активировать ресурсы собственного организма на избавление от различных недугов. Чуть больше месяца назад на базе семейного центра «Семицветик» открылся Международный оздоровительный центр Олега Шацкого, врача-вертебролога, вошедшего в Книгу рекордов России за самое большое количество проведенных процедур по восстановлению позвоночника. Муравленковцам посчастливилось лично познакомиться с Олегом Геннадьевичем во время его рабочего визита на Ямал. Автор методики экзомассажа, разработчик пассивного тренажера, рассказал о том, как работает его изобретение и какую колоссальную пользу несет организму. Каждый наш орган, так же, как и все тело, усеяно маленькими проводочками, то есть нашими нервами. И если орган напряжен, то в наших проводочках идет электрический ток, наш внутренний ток. Так вот этот экзомассаж усиливает наши внутренние токи. Причем он проходит насквозь, вы в одежде присаживаетесь, вам не надо раздеваться, все процессы идут внутри вас. И вот все, что в вас напряжено, все органы, в котором есть ваш внутренний ток, во время сеанса еще сильнее напрягается. Сеанс длится всего 10 минут. И после такой тренировки идет глубочайшее расслабление. То есть те органы, и только те органы, которые в вас были напряжены, они начинают расслабляться. Вы это прекрасно чувствуете. За расслаблением идет наполнение органов крови. То есть они начинают правильно функционировать. Уходят отеки, спазмы. Спазмы в органах являются корнем всех болезней, говорят врачи. В то время как правильное циркулирование крови обеспечивает человеку крепкий иммунитет. Процедура экзомассажа как раз и направлена на улучшение кровообращения и имеет восстановительный характер. После курса на тренажере посетители забывают о болях и последствиях старых травм. Кроме того, экзомассаж является действенной профилактикой и реабилитацией после перенесенного COVID-19, ведь под воздействием магнитных импульсов тело насыщается кислородом естественным путем. Я прошла курс по абонементу 10 занятий. Первое впечатление было такие необычные ощущения. И после первых 10 минут было такое ощущение, как будто бы я тренировалась в тренажерном зале. Часа 2-3 тягала железо. У меня сидячий образ жизни, у меня постоянно болит правая нога. И вот после экзомассажа, после этого абонемента, у меня прям стало очень классно разгоняться кровь, и эта боль ушла. Экзомассаж имеет и косметический эффект. У посетителей улучшается состояние кожи, уходят лишние объемы тела, нормализуется обмен веществ и гормональный фон за счет восстановления правильной физиологической работы всех органов. Ощутить на себе эту космическую технологию может каждый. Первый пробный 3-минутный сеанс экзомассажа абсолютно бесплатный. Запишитесь по телефону 8 800 555 24 85. Мария Кузнецова, Петр Князев, новости Муравленко.